В отличие от остальных участников, которые готовятся обычно к перевоплощениям ровно неделю, Руслан Алехно тайно вживается в образ Александра Серова с самого детства. Нет, серьезно, я просто анализировал. Ну вот судите сами. Значит, тот мужчина и тот мужчина, значит, тот певец и тот певец, этот Александр, ну, тот Руслан. Значит, осталось только узнать, будут ли от Руслана Алехно вот так же сходить с ума женщины, как от главного сердцееда 80-х Александра Серова. Сквозь зубки. Да, да. Сквозь... Ты меня любишь. Нет, нет, ты же не совсем уже сцепливай так. Да. Пой. И ты меня любишь, яростно, гордо, ласково, птицы парящей. Нет, сейчас у тебя идет пародия. Угу. А ты должен себя полюбить в этом. Ты меня любишь, лепишь, творишь, малюешь. Яростно, гордо, ласково. Он купается в этой любви, он всем нравится. Угу. Понимаешь? Понятно. А ты сейчас пошел в пародию, да? Да, ну конечно. Люби себя, люби, давай. Ну, хорошо. И... То, что он делает с таким ощущением, что это нереально круто. Любой его движок, какой-то внезапный какой-то, у него там есть толчок. Есть такой. Да, да. Такой, стой. Стоит, раз, да. Вот, ну, конечно, самое главное его вот эти вот покачушки влево-вправо. Да, вот. Да, с нажатием, да, вот. Угу. Дышит этой песней просто. Тебе горю. Да, да, да. Раскачали, все. Мне не очень, конечно, удобно. Но вот этот вот чуть-чуть, да, от боксерства есть. Да там, мне кажется, намешано все. Вот этот удар слева. На, справа. В лицо кого-нибудь, да, да. Разгоняю, разгоняю тучи, дал там. Наверное, ты тоже слышал о том, что Александр Николаевич обижается, когда к его образу, ну, скажем так, немножко некорректно относится. Вот как ты думаешь, то, что сделаешь ты сегодня на нашем шоу, ему понравится? Постараюсь сделать максимально все, чтобы ему понравилось. Почему-то я не сомневаюсь, что у тебя получится. Проходи в лифт. Я отправляю Руслана Алехно в переполненный стадион, где каждая из тысяч женщин готова кричать ему о любви до гроба. Потому что на сцену выйдет он, народный артист России, Александр Серов. Птицы парящей, небо судьбы распластано. Ты меня любишь, болью моей испытана. Знаю, не бросишь и не предашь под пытками. Разденешься узнанный мною вечный сюжет роденовский. Я подчиняю
Я забываюсь, я говорю прости, прощай, но без тебя я вечную гордость стал. Ты меня любишь, лепишь, творишь, малюешь. О, это чудо, ты меня любишь. Ты меня любишь, лепишь, творишь, малюешь. О, это чудо, ты меня любишь. О, это чудо. Громче, громче, громче! Браво! Александр Серов! Спасибо. Люся, говорю я. Люсенька, загорелся рояль от страсти нашего Руслана. А да полыхнуло ли ваше сердце? Да всколыхнуло вон, смотри, что творилось-то с залом-то. А что с нами творилось? Ну, надо в первую очередь, конечно, аплодисменты прототипу, потому что такого чудесного голоса на российской эстраде поди еще поищи. И, конечно, такой вкусный, я имею в виду, по актерскому существованию, совершенно фантастический Александр Серов. Мы нашей, так сказать, группой судейской выражаем просто восхищение как мастеру. И вот сейчас я понимаю, что это наидостойнейшее его повторение, так скажем, интерпретация. Я просто кроме слов брависсимо не могу сказать ничего, потому что эмоции, которые захватывают во время исполнения и на которые тебе абсолютно плевать, вот это самое прекрасное актерское состояние. Потому что тут беснуется зал, а ты в своем чудесном перевоплощении, я не вижу ни пота, я не вижу ни труда, который затрачен на этот блистательный образ. Я его не вижу. Я вижу чудесное актерское чудесное вкусное существование. Украшение этого. Вот украшение. Благодарю. Макс, что мне нравится? Что вот сколько артистов, которые перевоплощаются в Серова, столько разных Серовых. Вот Серов один, а они все какие-то разные, и все похожи на Серова. И, конечно, когда ты вышел сегодня, но так еще Серовым не выходил никто. Ты вот, понимаешь, подметил вот эту постановку его головы, потому что он вообще, конечно, так, он невероятно импозантен в своем, значит, вот как бы он ни был одет, во что бы он ни был, как бы он совершенно, он, во-первых, страшный пофигист, и вот он спину держит так просто, он в свое время за кулисами, я не помню, рассказывал я это или нет, стоит Серов за кулисами. Ну, какие-то, ну, малиновые штаны, коричневые штиблеты в полоску, тут пиджак еще другого цвета, тут что-то, какие-то волосы у него вот так вот, значит, и он стоит, а он уже готовится, он уже стоит, все, в очках этих темных, все, и Винокур сзади подходит, говорит, Сашка, тебе же на сцену выходить. Он такой на него поворачивается, мол, ну и беги, переодевайся. Вот Серову совершенно не важно, он в тренировочном костюме будет все равно вот такой импозантный, такой... Поэтому вот ты сегодня вышел,
Ну, уже ты еще не начал петь. Ну, просто ты можешь бабки зарабатывать, отъедь подальше от Москвы. Вот, и все. На афише Серов, чуть мельче участник шоу, один в один. Потому что Серова обожают, обожают. И этот голос, и вот вы знаете, вот меняется мода, какие-то появляется мода на метросексуалов, там, значит, футболисты зачесывают себе иракезы, все. А все равно выходит Серов, который вот как причесался в конце 80-х, вот, так и ходит. И все равно женщины от этой интонации, от того, что он ее любит, понимаешь, ей важно знать, и все. Ну, потрясающе. Молодец, молодец. Кибла, в одной из программ вы сказали, что Руслана, даже если вверх ногами повесить, у него все равно будет ровный голос, ровный звук. Ну, когда льется звук от природы, вот что вы сегодня и слышали. По всему диапазону абсолютно. Настолько свободный внутренне, настолько свободный вокально. Потрясающий певец. Я теперь буду ждать, когда ты споешь нам песню «Я люблю тебя до слез». А можешь сейчас спеть? Я представляю, как ты это будешь звучать. Это будет приватный концерт. Он придет к тебе домой. Споет с порога. Потом будет чай. Вы поняли, да? Вы понимаете, что Серов делает и с женщинами, и с мужчинами? Понимаете? Я вот что скажу. Конечно, самые первые программы, самого первого выпуска, когда Серов пел голосом Газманова в твоем лице, нам было понятно, что это перевоплощение, которое на роду у тебя написано. И мы его, конечно, ждали, и кнопка восстановила эту справедливость, и ты пришел к тому, с чего мог, в общем-то, и начать. Конечно же, ты это сделал совершенно потрясающе, потому что так спеть, ну просто один в один, как Серов, надо уметь. Мы вынуждены проводить Александра Серова, он же Руслана Лихно, на диван. Мне хотя вы, конечно, смотрели и смотрели бы на этого красавца. Завидуйте, миллионы женщин! Пойдем, мой дорогой.